Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня, и прямо сейчас у нас будет эксклюзивное видео, потому что я попытаюсь убить снова ножа Скорпион команду спецназа. Я постараюсь набить как можно больше убийств, и посмотрим, что я получу в конце раунда. Моя цель — это получить АВМ Трэшер Хантер. Ну что же, команда спецназа, все стойте у себя на респе, я прямо сейчас иду к вам. Ребята, ну а вы, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, просто поставьте за это лайк, потому что это эксклюзивный контент, такого вы нигде не видели. И мы целый час пытались зайти в это лобби, чтобы все вышло вот так, чтобы лобби было только с наших подписчиков. MyStandoff.com – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Так, ребятки, ну что же, мне очень интересно, что я получу. Но вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас напишите, как вы думаете, что же я получу. Так, ребятки, полетели. Раз пошел, два пошел, кто еще... Три пошел, красавчики, красавчики, четыре пошел, пять пошел, и шестой тоже пошел. Самое главное, чтобы прямо сейчас никто не вылетел, иначе придется еще целый час собирать подобные лобби. Потому что, ребята, если вы знаете, пофиксили все возможные баги, чтобы играть вместе с подписчиками. И чтобы собрать такое лобби, мы пытались целый час. Так, ну что же, ребятки, пытаемся дальше, пытаемся. Так, не мешайте. Мы опять бежим на респу, и опять я прямо сейчас всех убью снова ножа Скорпион. Кстати, ребятки, пока что вы можете оценить мой нож. У меня он очень красивый, очень классный. И я вот думаю, а может быть мне разыграть второй нож? Так, ну что ж, ребятки, продолжаем дальше. Раунд номер два. Давайте все в очередь. Почему у нас такая вот небольшая прям очередь за колбасой? А ну-ка, опа! Да вы что, просто ляпота! Просто, ребят, хэштег по красоте. Так, ну что же, у меня уже 11 киллов, потому что один мой подписчик вылетел, к сожалению, было бы 12. Обратно, ребята, бежим на респу, это немножко надоедает, но мне очень интересно, сколько я получу опыта, и, возможно, я получу новый скин АВМ Трэшер Хантер. Это не кликбейт, это не фейк, если вы не знаете, то в обновлении 0.13.0 действительно добавили новый скин, ребята, прикиньте. Так, пацаны, а ну-ка, все сюда, а ну-ка, опа, так, стопэ, все, так, пацаны, я тут-то. Опа, первый пошел, второй пошел. Да ё-моё, вы можете на месте стоять, пацаны. Охренеть, я даже своих подписчиков уже бить не могу. Опа, ой, по красоте. Так, не, нормально. 16 киллов, ништяк. Так, ну что же, раунд номер 3. Пока что все, ребятки, идет очень даже по плану. Самое главное, чтобы никто не вылетел и не зашел рандомный челик, который не знает, что мы снимаем видео, и нам не испортил всю нашу малину, потому что это будет очень-очень обидно. Так, ребятки, обратно бежим на респу, а я тем временем вам покажу новую очумительную анимацию, потому что, может быть, у кого-то из вас нету подобного ножа, посмотрите. Кстати, да, у меня этих ножей целых 2 штуки, поэтому я думаю, что один нож можно будет разыграть моим подписчикам. Что вы думаете по этому поводу? Прямо сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях. Хотели бы ли вы вот получить такой нож на халяву? Так, а ну-ка. Блин, кто это дым кидает? Так кто это стреляет? Кто это гранаты кидает? Ребят, не надо. Опа! Ништяк, первый пошел. Второй пошел. Опа! Кентуха, мой звездный час. Так, кто там прячется? Флинт, я не хотел тебя убивать, но пришлось. 21 убийство. Ништяк, ГГшечка. Ребят, посмотрите, у меня уже целых 10 тысяч денег на счету, но мне нужен всего лишь нож, мне не надо никакое оружие, кроме ножа. Поехали дальше. Блин, ребят, вы даже не представляете, насколько это было сложно собрать пати из подписчиков. Просто, когда попробуйте, вот соберите 10 друзей и попробуйте, чтобы все они подключились именно к вашей игре. Это просто что-то нереальное. Так, ну что же, ну уже, ребятки, у меня уже 21 килл. Так, а ну-ка, да ё-моё. Нормально. Поехали. Так, пацаны, все ко мне. Оружие из рук выбросьте. Опа. Да блин, Флинт, хреми дразнить. Ну, камон, мужик. Ой, тут у нас лестница, так? Опа. Нормально. И ты последний, да? Ты умер смертью героев, но у меня, ребята, 26 киллов. Мне прям очень сильно интересно, сколько же я получу опыта. И, возможно, я получу новый скин. Возможно, я получу новый уровень. Ребята, это очень-очень интересно. Как думаете вы? Прямо сейчас напишите про все это в комментариях. Блин, ребята, вот это круть! Как же рад, что это видео вышло воплотить в реальность. Потому что я думал, что у меня ничего не выйдет. Потому что постоянно попадались рандомы. И вот уже с 10-й попытки тут, ребятки, только мои подписчики. Ну что же, продолжаем дальше.
Я придумал новый план, сидеть на плент А. Я сейчас, короче, еще запленчу бомбу, и плюс, помимо этого, убью всех вас. Все идите на плент А, все на плент А идите. Так, а ну-ка, пацаны, все на плент А. Я сейчас, короче, пленчу бомбу, и еще убью всю команду террористов. Реально, я так получу еще больше очков. Я сейчас сразу не догадался. Так, а ну-ка. Блин, ребят, это просто гениальная идея. Так, кто остался, кто остался? Последний. Быстрее, последний, беги, быстрее. Фикс, давай, быстрее ко мне. Нормально. Блин, ребята, 31 убийство и 64 очка. Вот это приятная стата. Очень приятная стата. Так, ну что же, давайте встречаемся на пленту А. Теперь я еще буду плентить бомбу. Блин, ребят, вы просто гений. Спасибо большое, то, что вы мне подсказали, что еще можно плентить бомбу. Блин, вот это круть. Но вы, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас напишите в комментариях подобные идеи для видеоролика, потому что это просто гениальная идея. Так, если у вас есть какие-то похожие, прикольные идеи, пожалуйста, пишите мне о них в комментариях. 7 раундов прошло. Прямо сейчас будет последний, завершающий раунд, и мне очень-очень интересно, чем же все это закончится, вы просто не представляете, мне очень сильно интересно. Блин, пацаны, сейчас реально будет очень-очень весело. Так, ну что же, поехали. О, скиньте мне бомбу, а, у меня бомба, обратно все встречаемся на пункту А. Короче, смотрите, я предлагаю так, давайте подождем взрыва. Вот просто ради интереса еще попробуем подождать взрыва. Может быть, так получим еще больше очков. Стой, не убивайте, так? Одного спецназовца оставляем, одного, я скажу кого. Так, все на плент А идите, на плент А, я пленчу бомбу. Давайте. И остался один стендофер. Я хочу, чтобы его убила бомба, и прямо сейчас мы узнаем, сколько же я получу опыта. Ребята, готовьтесь, потому что сейчас будет просто полнейший экшен. Возможно, я получу новый скин. Так, ребятки, смотрим. Пожалуйста, АВМ Treasure Hunter, не подведи. Пожалуйста, хочу АВМ Treasure Hunter. Пожалуйста, ребятки, держим кулачки. У меня 40 килов, это очень даже неплохо. АВМ Treasure Hunter, не подведи. 2200 опыта. Так, ой, хорошо, охренеть, как много опыта. Я поднял бокс и все. Блин, ребята, это было очень круто, очень потно. Большое всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал КентПК. Это просто что-то нереальное. 2200 опыта и я получил бокс. Также, ребятки, у меня есть два ножа Скорпион. Прямо сейчас вы их всех прекрасно видите. Я думаю, что, возможно, один из этих ножей я разыграю вам. Поэтому я вас прошу только об одном. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, Кент разыграет нож. Возможно, я его разыграю. Также подпишитесь на канал КентПК, это тоже очень-очень важно. Ну и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока.